Всем привет! И вы все знаете, что скоро Новый год. И мама мне приготовила ответ календарь. Календарь поможет мне считать дни до Нового года и получить приятные сюрпризы и выполнить задания. Сейчас я вам покажу, как я буду оформлять свой календарь. Цифра 19. Такой пакетик с цифрой 18. Очень красивый снеговичок. Койзи. Есть с цифрой 25. Можно развешивать, но можно и не по порядку. Так мне будет интереснее искать подарки. Следующего дня. С нетерпением. Пока-пока. До завтра.